Книга тюменского хирурга стала лучшим учебником по медицине в России за 2017 год. Николай Бородин, заслуженный врач России, адресовал факультетскую хирургию своим будущим коллегам. Издание помогает ориентироваться в экстренных случаях, которые могут возникнуть в медицинской практике. С автором познакомилась Юлия Никифорова. Глава, которая больше всего понравилась, это посвящена язвенной болезни, потому что она написана на самых современных технологий. На обложке учебника изображение хирурга и робота, союз человека и техники. Об эффективности такого сотрудничества и говорит Николай Бородин в своей книге. Это учебник по экстренной хирургии, я всю жизнь проработал в экстренной хирургии. То есть я начинал писать про острый аппендицит, и я писал. Если просто я не знал точно, как пишется какая-то фамилия, какую цифру надо уточнить, я заглядывал в какие-то справочники в интернет. А он написан, в общем, по сути дела, по всей моей работе. 420 страниц и 5 разделов. На создание лучшего учебника по медицине ушло 5 лет. Валентина одна из первых, прочитавшая его от корки до корки, так как предложила свою помощь в качестве корректора. Я очень уважаю Николая Алексеевича, то есть очень ценю то, что попала к нему на занятия, то, что он был моим преподавателем на этом пути всем обучения. Очень рада, что с ним встретилась, поэтому для меня это просто большая честь была оказать, ну, какую посильную помощь. В каждой главе уникальная история из профессиональной жизни автора. Писать не в стол, а для публики вдохновили студенты, ведь именно им нужно передавать бесценный опыт. Это просто идеальный учебник для учебы именно студентам, потому что он очень легко написан, такой и сюжет, и какие-то вот именно истории. Этот экзамен сдан на 5. Можно сказать, что благодаря этому учебнику. Тираж 500 экземпляров, которые Николай Бородин подарил коллегам и студентам. Популярность своего учебника автор объясняет его доступностью. Несколько книг уже отправлены в Омскую область. Но учебника бы не было, признается хирург, без поддержки коллег и руководства клиники. Мы поддержали идею создания этого учебника. Мы, безусловно, поддержали не только стратегически, не только политически, но и финансово поддержали издание этого учебника, потому что этот учебник очень важен. Хирург с почти 40-летним стажем и сейчас полон сил. Рабочий день расписан по минутам, а в экстренных случаях приходится вылетать с санавиации в отдаленные районы области. Из таких моментов и состоит лучший учебник по медицине с настоящими людьми, с настоящими историями. Поэтому автор готов написать еще одну книгу, которая тоже может стать лучшей. Юлия Никифорова, Леонид Ализаревич, «Тюменское время».